Всем привет! Сегодня у нас на разборе такой проект, как Соната. Соната – это универсальная торговая платформа с долгосрочной прибылью как для трейдеров, так и для холдеров. Их биржа тщательно создается в сотрудничестве с активными биржевыми брокерами и энтузиастами финтеч. Также приложение обеспечит решения для начинающих опытных трейдеров, которые хотят сосредоточиться на бизнесе, а не бороться с грязным пользовательским интерфейсом и различными сложными функциональностью. В отличие от других проектов, ICO Соната не нуждается в дополнительных ресурсах для самого развития. Они полностью поддержаны компанией финансовой промышленности. Основная причина, по которой они выпускают токен, это привлечение ранних инвесторов, и доля 80% их дохода будет делиться с этими инвесторами. Они считают, что личное участие является ключом к построению здорового сообщества. Именно поэтому Соната разработана как по-настоящему социальная платформа. У данной биржи будет очень много плюсов. Основное – это полная безопасность. Они готовы обеспечить все наши инвестиции на несколько уровней безопасности, и мы сможем уже сосредоточиться на своем бизнесе, не беспокоясь о наших средствах. А также дизайнеры проекта часами анализируют пользовательский опыт профессиональных брокеров, чтобы построить по-настоящему лучший интерфейс из всех, которые существуют. Также Соната использует рыночные данные в реальном времени и продвинутый искусственный интеллект, алгоритм для того, чтобы предсказать будущее и ценовые тенденции. Это будет отличным стартом для начинающих трейдеров. Также маржинальная торговля. Эта торговля является экспертом, и у них будет инструмент, используемый для этого, чтобы выровнять свои доходы. Кредитор получает вознаграждение в виде процентов. Ну и социальная сеть элементов. Это принять участие в Google торговле криптовалютами. Также Соната предоставит полностью документированный настраиваемый IP для ваших роботов и других приложений. То есть это будет биржа, а все в одном. Также они будут иметь более низкие гонорары, чем большинство криптовалют на рынке. Кроме того, если вы участвуете в их ICO, вы можете получить пассивный доход от обменных сборов. То есть вот мы видим, это биржевой сбор, 20% идет на развитие платформы Соната, а 80% делится на инвесторов. Также доход от маржинальной торговли. Даже держатели криптовалюты могут приумножить инвестиции с помощью Соната. Платформа будет предлагать маржинальную торговлю на основе рыночных процентных ставок. Умный автоматический спариватель заключительный алгоритм готов обеспечить обе стороны контракта. То есть вот он процент, также 80% инвестора, ну и 20% уже идет от Соната. На данный момент идет частная продажа, где продается 100 миллионов токенов Сонт. Поэтому обязательно изучайте проект более детально. В описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, также их соцсети, телеграм-канал, ну и, конечно же, White Paper, чтобы вы почитали и изучили уже проект более детально. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!